Здорово, народ. Здорово, народ. Че? Ну зачем? Кайф, здоровья. Кайф, с днем рождения. Кайчики, день рождения, так что быстренько, ребят, вот 100 миллионов рублей добейте, пожалуйста. Вам ничего не стоит, а Кай будет приятно. Я просто спросил Кай, сколько надо. Она сказала, 100 миллионов рублей. Кроватик стримит из больницы? Да, он стримил. Просто какая-то бабушка зашла. Хотя того. Блин, как же время летит реально, как же быстро пролетает время. Я помню, мы сидели в Челябе, они, Каечка, что там принты, она сама вот эти вот крестики, вот, какие крестики, она сама вот эти блесточки, вот эти штучки там делала на какой-то одежде сама. Я вижу, как они вдвоем, они что-то там про одежду все время, они там что-то... Там купили футболочку, принт на нее сами сделали, еще что-то, и такие... Я ему говорю, да делайте свой бренд, елки-палки, блядь. Прошло полгода, и он, блядь, начал скамить людей на одежду, вот как сделал еду. Я тот самый человек, который купил наушники и пришел в школу. Так вообще, значит... У меня просто путки. Извините, не слышал, у меня шло подавление. У меня просто новый AirPods Pro. За 20 тысяч рублей. У тебя появились конкуренты в Бедре? Я видел, на Wildberries продают. Да, этих долбоебов миллионы. Блять, боже, какой позор. Надо быть таким человеком, чтобы просто вот так зачастую спиздить дизайн. Покажи. Ага, вы сейчас у них закажете. У меня sold out, а у них нет. Хочешь белую беберочку? Вам все, уже надо делать перевыпуск. Вот плюсаните, кто хочет купить беберочку и кто не успел. Видишь, вот. Тогда надо допроизвести, я не буду по предзаказу больше делать. Стоят три мужика, один говорит, что бы вы сделали, если бы могли сделать все, что хотите. Первый мужик говорит, я бы выебал все, что движется. А ты бы что делал? Спрашивает у второго, а он отвечает, я бы не двигался. А ваше... Да, чтобы тот его не выебал, понял такого? Да. Ребята, знаете, что такое NFT? Токен NFT. То есть это не физическая, не физическая какая-то вещь. Вы заходите на сайт prodev.ru, и там кепочка вертится, она 3D-шная. Маленьким шрифтом написано, вы не прочитали. Вы покупаете электронную версию этой кепки, 3D-кепку. 1500 она стоит. И чего вы ждете на почте? Вам ничего не придет. Даже на email не пришло. Лежи нахуй. О, спасибо. Это S-ка моя, да? XL-ка? Тогда я буду надевать. XS, да, тебе размер. Что с Лёхой, почему он трясется? Да, он всегда трясётся. Хорошая, блядь. Ну, после стрима снимешь. Как раз все вещи закончились, куда-то понял. Я грязные вещи кидаю в стирку, потом стираю их, и после стирки они исчезают. Их просто нет. Моя половина вещей спиздили, блядь. Да мне вчера XL доебал. Что я тихо говорил. Мы ехали на этом, на пазике, на Peugeot вот этом. Я что-то говорю на соседнем сиденье, он, я не слышу, нихуя, говори громче. А мне, я не могу громче, мне типа привычно вот так говорить, не могу, потому что мне приходится напрягать свои связки, если я так буду разговаривать громко. Анька заболела, просыпается, у нее температура 38,3. Она просто его просыпается, мы лежим, типа я вот так в лобик целую, такой, ебать, чуть не обжегся на. Просто трогаю лоб, понимаю, ёбаный рот, девочка, ты горишь. Пиздец, Анька, бедняжка. Да пофиг на Лёхе. Блять, я сейчас одета один в один, как Карина. Кира, как помнишь? Карина, что а, да? А. Ух, ебать, вы чё? Отце, Сисяндри. Отце, Сисяндри, я бы с ними, я как диджей, крутив. Чё это за мем, я не понимаю. А этим фонариком можно Качка аккуратнее, ослепить? Качка аккуратнее. Да блин. Этим можно ослепить? Все, ждите на ютубе клип. Качка засветила. Девушка про девичьи засветила грубо. Бля, батарея к ней. Как вы познакомились? С Качкой мы познакомились полтора года назад примерно. Она мне, короче, писала. Хотела познакомить. Я что-то ей ответил, но потом слил, потому что, ну, короче, как-то не очень было. А потом мы случайно увиделись в Москве, прикиньте. Случайно увиделись. Она ко мне подошла и такой, о, блин, это же она. И типа начали общаться и так дальше. Вот, с тех пор вот мы с Каечкой полтора месяца, охуел. Полтора года уже вместе. Ты охуел? Да ладно, я шучу. Я просто рассказал вашу историю. Как вы думаете, ребят, хочу такой вопрос, можно задать вопрос? Давай. Мы переехали в июле, я и Влад оператор, в одну квартиру. Изначально мы так и планировали, что типа мы с Владом вместе переедем, чтобы он тоже жил в Москве. Он платит за квартиру 20 тысяч, я плачу 65 за нее. И сейчас я понимаю, что я очень сильно хочу пожить один. Надеюсь, Влада... Нет, я с ним еще про это не говорил. Я не знаю, что делать. В электросталь получается. Блять, реально в электросталь надо? А как же Анька? Анька сама захотела одна жить.
Анька сняла квартиру точно такую же, как эту, только вместо дивана у нее кровать, вот так расположена. Вот так. Не, угар в том, что я съезжаю скоро в хату, в которой будет плюс одна комната, и я говорю, типа, Аня, ты можешь вместо меня заехать в нашу хату. И она такая, не, мне ваша не нравится, она какая-то темная, какая-то, типа, фиолетовая. Такой... Да, может, по-моему, сейчас перепутала, блядь. Не, ну, может быть, если мы сидели вот так, то она темная и фиолетовая, я не спорю. Но потом мне Влад, оператор, скидывает квартиру, я вижу, что она точно-точно такая же, и там кровать. И так я зашел, я тоже думал, что она светлая будет, потому что Аня про это говорила, что у вас типа темная. Я захожу в квартиру, понял? Она прям, ну типа, находится в этом же подъезде. Я захожу, я понимаю, блядь, я чё, к Саньку зашел? Все, один в один. Ну то есть, и когда... А, нет. А, да. Но балкона вот этого нет. У нее, короче, у вас тут линолеум, понял? У нее вот эта вот плитка. До конца. До конца, да. Это единственное отличие. А, ну и вот диван. А, ну не только... Блядь, хуйню сказал. Все, у нее и балкона нет. Анька, привет! Анька, я ЧСВ, смотри. Топ-топ кричат НГ, во-во! Топы кричат он гей, во-во! О боже, и у меня есть грешки, но на свай! Закинул с богом. Чё это в песне так поётся? Пока. С такими людьми плохими я больше не общаюсь. Слышь, я как будто в капюшоне. Это не капюшон! Обманул. Куда? От Лёши остались мы с тобой вдвоём. Кая, тебе я плюс заказывал? Это я. Я же говорила. Чё ей надо от меня? Давай, я поеду домой. Ты поедешь домой? Сиди, играй. Я после тебя запущу хорошую трансляцию. Ну навёл здесь бардак свой. Да я чё, ебать, чё? Вонючка, мент, бля. Так, чё за измена, я не понял. Куда? Что там было? Нормально. Смотри, я недоволен, смотри на моё лицо. Я тоже. Вот это нормально. Я тоже. Вот так вот, на секунду отошел просто. Просто отошел курьера принять. Очередная измена от Каи. Он меня жалил, пытался. Пытался. Там вообще не дотягивается до дырочки. Парни, мы пойдем играть. Ну, конечно, пойдем, бля, я в ахуе, я такой здоровый. Всё. Просто посмотрите нахуй сюда. Заходите на мой стрим тоже, пожалуйста. Через часик где-то, пожалуйста. Да, хорошо. Да, хорошо, слава богу. Блядь! Ты нажал?